Министр отметил, что намечается позитивная тенденция в борьбе с коронавирусом в регионе. Тяжелых больных стало меньше, а дополнительный коечный фонд сейчас не требуется. Константин Хайзов рассказал, что с каждым днем увеличивается количество проведенных тестов на коронавирус. Также поступило новое оборудование в больнице, а количество пациентов с тяжелой формой заболевания снижается. Напомним, на этой неделе в Бердске открылся ковидный госпиталь. Под него перепрофилировали 4-этажный корпус на улице Попова. Он теперь работает как распределительный центр, рассчитан на 60 коек. В большинстве палат сейчас есть пустые места. По словам Аллы Дробинской, в последнее время поток пациентов с внебольничными пневмониями и с коронавирусной инфекцией в Бердске сокращается.